Жительница Самары Наталья Козадерова от коронавируса привилась еще в мае. Рассказывает, вся семья тогда последовала ее примеру. Сегодня пришла в поликлинику, чтобы сделать вакцину от гриппа. Ну, это забота, во-первых, о своем здоровье и забота о здоровье своих близких. Сергей Трофимов уверен, вакцинация помогает. Он уже сделал прививку от коронавируса. Спустя месяц пришел, чтобы обезопасить себя от гриппа. Говорит, прививается ежегодно и не болеет. После инфаркта, ну, был в кардиологии. В кардиологии кардиолог сказал, ну, я гриппом летом переболел уже. Вот прям буквально. Она говорит, лучше сделать прививку. В регионе продолжается вакцинация от коронавируса и от гриппа. В первую очередь прививают тех, кто в группе риска. Людей старше 65 и болеющих хроническими заболеваниями. Я сам работал в красной зоне больницы Середавина очень долгое время в прошлом году. И последствия встречи с коронавирусом очень печальны. Наука дала нам этот уникальный шанс, по сути дела, подготовить человека к встрече с коронавирусом. То есть подготовить и шанс выжить. А любой шанс выжить, он уникален и бесценен. Сделать прививку можно как в поликлинике по месту регистрации, так и в круглосуточных кабинетах, которые работают в 4 больницах города, а также в мобильных прививочных пунктах, которые по выходным дежурят возле крупных торговых центров. Виктория Шарая, «События».